Здравствуйте, с вами снова я, Евгения, и сегодня у меня в студии еще одна Equestria Girl. Ее зовут Октавия Мелоди. Она очень любит классическую музыку и приглашает вас на ее концерт. На гастроли Октавия Мелоди ездит со своей любимой подружкой маленькой пони. Она всегда возит ее с собой. Октавия Мелоди очень любит расчесывать гриву и маленький хвостик своей маленькой пони. Октавия Мелоди, так же как и все остальные Equestria Girls, очень любит яркую одежду. У Октавии Мелоди очень красивые длинные черные волосы и ярко-розовые пряди. Эта прическа идеально подходит для выступлений. Правые щечки Октавии Мелоди украшает рисунок из скрипичного ключа. Правую щечку Октавии Мелоди украшает рисунок скрипичного ключа. Платье Октавии Мелоди классического кроя. Оно выполнено из золотого блестящего материала и украшено пуговками и розовым бантиком. Туфли Октавии Мелоди на очень высокой платформе. Платформа украшена рисунками скрипичных ключей, а на щиколотках туфли застегиваются на защелке бантики. Маленькая пони также прихорошилась и надела золотой воротничок, украшенный розовым бантиком. Маленькая пони очень любит подпевать, пока Октавия Мелоди репетирует перед концертом на своей виолончели. Октавия Мелоди очень любит добавлять классические ноты к рок-музыке. А если и вы хотите устроить у себя дома рок-концерт, тогда я советую вам пригласить Equestria Girls. Вы сможете купить все эти куколки у нас на сайте megadiscount.pl. До свидания!